Lips Game. Ищет партнеров. Горбунов отправился на смену. А Сатишвили там толком и не отдашь. В итоге Липский находит защитника. Милош бросает. Шайба на пятаке. Исаев там, по-моему, справился с броском. Дальше серия добиваний. И все-таки удалось пятак почистить. Сейчас Артуру Каюмову выводит он шайбу в среднюю зону. Хороший момент был у гостей. Можно было забивать. Ну вот это первое звено, конечно, армейцев очень хорошо комбинирует. Достаточно много интересных решений принимает. И очень подвижно оно в зоне. Соркин, пас! Забивать надо! Не получилось. Из добивания даже не удалось Полтапову до шайбы добраться. Вообще очень непростую по исполнению передачу Соркин выдал. И такой достаточно удобный пас Полтапову под бросок касания. Но Лазебник свою команду спас. Сейчас Борису необходимо в каждом матче по возможности цепляться за овертайм. Хэмилтон. Бросок с дальней дистанции, добивание низом, и какое спасение! Два подряд Бояркин выручает. Вот теперь минчане были значительно ближе к голу, нежели за предыдущие смены этого периода. Бояркин один из героев эпизода. Но по-прежнему 1-1 на льду Минск-арена. Филин. Набирает скорость, уходит от Воробьева. Теперь встречает Сапега. Проходит передача за врагом. В падении отбивает эту шайбу. Одна атака Спартака. Бросок со стрижь в угла. Даниле Усманову, но Завраген. Завраген перекрыл вниз. Вот, посмотрите. И поднял блин на нужную высоту. Среагировал на бросок Даниле Усмановой. Потом еще один момент был у 47-го номера. Лада забросила пока единственную шайбу в сегодняшней встрече. Ткачев, его ускорение. Ткачев перекладывает, бросок, а шайба где? Шайба под щитком у Подъяпольского, он и эту атаку остановил. Ну, все знают имя этого мага. Нет, даже если в этой ситуации, даже возможности добить ее не было у Сикьюра. Фантастика. Надеемся, может быть, в большинстве немного подразыграть защитник Витязя. Чехович, пространство, но ломается клюшка у Ивана. Добивание от Готье, передача Клюшков. В какой момент и вытаскивает он после броска Бучельникова. Интересно будет взглянуть на повтор, потому что, как по мне, сейв был очень приличный. На реакцию сыграл вратарь СКА в этой ситуации. И сумел он за счет своей реакции выручить своих партнеров. Мало того, что отбил, так еще и почти с пятаката вынес точно. Из зоны-то вынес бы вряд ли. И Юрчо подкрадывается. Ой, какая передача! И Просветов! И неужели он вытащил? И неужели Просветов дотянулся до этой шайбы? Еще врубил, по-моему, по щиткам Люку Локхарту сейчас с эмоцией. Вау! Вот это сейв! Как раз Локхарт и нейтрализовал в этой ситуации. Ну и вот по этому повтору понятно. Вторые тройки. Егор Петухов, 15-й, Аркадий Шестаков, 64-й, Никита Сошников под 90-м номером у Адмирала. Лео Мальцев, бросок неудобной руки, шайба на пятаке, Мишуров успевает блином среагировать на добивание Андрея Локтионова. Кирилл, ты как вратарь, конечно, должен ответить такой сейв. Это шикарное спасение, и бросок неприятный от Мальцева был с острого угла, шайба на пятак отскочила, ну и затем быстрое перемещение, среагировал Мишуров. Как здорово играет Андрей Мишуров. Жапяров, Бурдасов. Из угла подкидка к синей линии, Жапяров, и Бурдасов не забивает! Антон Красовкин на перемещении отбивает эту шайбу. Какой сейв сейчас в исполнении Красовкина. Но думаю, Бурдасов уже поверил, что шайба в воротах. И снова Бурдасов, и снова Красовкин. Да, это было здорово. Какой сейв Красовкина. Вот здесь Бурдасову, наверное, надо было сходу бросать, и чуть-чуть он вот передержал и дал буквально там секунду, меньше секунды переместиться к Красовкину. Как всегда, в таких фан-зонах шикарная атмосфера. Ну, дело за командой, да, которая... Ох, какой момент, и вот вам Волохин. Ну, понятно, что Шафигулин должен был забивать, надо смотреть, может быть, там перекладина все-таки. Но это Волохин, да, конечно, это Волохин. Здесь никакой перекладины, ничего, это именно спасение Евгения Волохина. Вот человек в первом матче своем в КХЛовской карьере сразу же на какое-то место хит-парада прицелился.